بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие сестры, как меня слышно, пожалуйста, напишите в чате под постом о прямом эфире. Все комментарии, все ваши вопросы пишите под постом об объявлении эфира. Сегодня мы будем поднимать очень интересную тему, так как наши прямые эфиры идут под лозунгом, да, украшение мусульманки, и мы будем украшаться. Мы каждый раз с вами украшаемся, уходим накрашенными, да, вот. И каждый раз мы с вами все вместе, не только вы, но и я тоже вместе с вами, мы украшаем себя, украшаем свои души, да, так как телу мы тоже должны уделять внимание, да, мы телу и уделяем внимание, и это наша обязанность по отношению к себе, да, у нашего тела тоже есть право на нас, но мы духовно тоже должны укреплять себя и, иншаллах, должны этому уделить особое внимание. Кто-то пишет, не слышно вообще, поэтому, пожалуйста, сестры, скажите, если подавляющее большинство всем слышно, значит, у сестры что-то с устройством. Очень хорошо слышно. И прежде чем, дорогие сестры, начать наш эфир, я бы хотела бы начать наш эфир с дуа за наших братьев и сестер, которые в разных уголках нашей земли терпят испытания, которые посланы им. И в частности, конечно же, хотелось бы сделать дуа за мусульман Палестины и просим Всевышнего Аллаха помочь нашим братьям и сестрам в Палестине, чтобы Всевышний Аллах помог им, наделил их терпением и всячески оказывал им свое содействие. Аминь. Также делаем дуа за всех братьев и сестер во всех уголках нашей земли, чтобы Всевышний Аллах поддержал их и не выходил против них, помог им, а не против них, и направил их к истине и облегчил для них их испытания. Аминь. А дальше мы с вами продолжим сегодня. И сегодня мы с вами проговорим про такую интересную тему, которая называется «Границы». Но у нас с вами будут границы, которые установил Всевышний Аллах. То есть мы с вами поговорим вообще, есть ли границы в исламе, да? Когда просто слышит термин «границы», и сейчас это модно, да, сейчас это популярно, и это начинает пугать. И сразу же начинается такое, ой, там, зачем нам это нужно, мы должны только смотреть в Коране и Сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, но оттуда мы это все и возьмем. Оттуда мы это все возьмем и выведем для себя полезные пользы
И еще раз повторюсь, я не устаю это всегда повторять, что когда мы вернемся к Корану и Сунне, посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда мы будем соблюдать те границы, которые установил Всевышний Аллах, а Всевышний Аллах везде установил свои границы. То есть не бывает такого в нашей религии, чтобы не было в этом том или ином поклонении своих границ. Да? И об этом сейчас мы с вами поговорим так. Мы сами с вами будем находить эти ответы. Сейчас будем с вами размышлять, инша Аллаху Тааля. Итак, дорогие сестры, да, вот чтобы понять, да, что в исламе есть границы, и что в каждом поклонении Всевышний Аллах установил свои границы. Давайте начнем с самого простого, чтобы вам не усложнять, да. Возьмем намаз, да, и давайте подумаем, какие границы установлены в намазе. То есть мы намаз можем делать как хотим. Пишите каждый, кто знает, какие границы установлены в намазе. То есть время, омовение, сокрытие аурата, направление времени. Да, я сейчас вам не говорю сейчас прямо как по фикху перечислить. Не надо. У нас цель, так как совершал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Да, значит, в этом поклонении у нас есть границы, да? То есть у нас есть определенные условия, это и есть границы, что вот за эти рамки нельзя выходить. То есть тот, кто выйдет за эти рамки, которые установлены Всевышним Аллахом, да, то у него что получится? Сестры, что получится, если вот намаз мы взяли с вами как пример намаз? Вот мы, например, если мы не будем соблюдать те условия, которые установлены в этом поклонении, в намазе, он не принимается. Ну, мы нарушим эти границы, да, и он у нас не будет приниматься. То есть нововведение, смотрите, нововведение, если мы внесем в это что-то новое. Вот, поэтому если мы не будем соблюдать те условия, те границы, которые установлены в том или ином поклонении, оно будет нарушаться или будет неполноценным, неполным, да, то есть есть там определенные условия, которые есть шуруты, да, в любом поклонении есть условия из толпы. И если то или иное поклонение в этом поклонении нарушается условия или нарушаются столпы, то оно не принимается или оно становится неполноценным. Поэтому, исходя из этого, мы понимаем, что в каждом аспекте нашей жизни есть границы. В каждом аспекте нашей жизни есть границы, да? То есть границы даже есть сейчас в нашем уроке. Например, я не могу говорить все, что я хочу, да? И я не могу там позволить себе что-то, что будет противоречить тем границам, которые установил Всевышний Аллах и Пророк, саллиллаху алейхи вассалям. То есть даже в речах мы должны соблюдать те границы, которые установлены в нашей религии.
которые, знания о которых мы берем из Корана и сунны посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И то же самое и вы, да, то же самое и ученик, и даже просто собеседник. Даже мы просто, я, например, мы можем с вами встретиться, я даже этот прямой эфир никогда не расцениваю как урок. Да, я это расцениваю, как я пришла, мы с вами проводим беседу. Просто мы беседуем, из этой беседы мы выводим полезности и получаем пользу друг для друга. Поэтому в любом случае, даже собеседники, да, даже у собеседников есть что? Есть границы, которые установлены для общения. И это называется этикетом, да? И знание об этом мы берем из Корана, из сунны посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. То есть как нам друг с другом общаться, какая манера поведения у нас должна быть, что мы должны в адрес друг друга сделать, да? То есть в каждом нашем аспекте жизни есть границы, которые установил Всевышний Аллах. И поэтому, когда мы слышим слово «границы», многие часто связывают это с, ну, психологией, да, и говорят, ой, это нам неприемлемо, это мы не изучаем, это нам не нужно. То есть, потому что в Коране не написано про границы. Понимаете, вот наше мышление не должно ограничиваться, дорогие сестры. И у нас должна быть фираса. Фираса, что такое фираса? Фираса – это проницательность. У нас должна быть, мусульмане должны себе вот эту фираса, они должны себе развивать. А лучшее развитие фираса, проницательность – это размышление над Кораном. Потому что в Коране и в сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, да? Когда мы размышляем над Кораном и над сунной посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то нам открываются знания, да, и мы смотрим на разные ситуации уже по-другому. И бывает, задаются таким вопросом, да, потом в Коране не сказано про границы. И дальше, почему везде говорят там про границы, а в Коране об этом не сказано. Давайте возьмем вот один из аятов, да, где Всевышний Аллах говорит, не входите в чужие дома, пока вы не спросите разрешения и не поприветствуете их обитателей. То есть здесь что? Здесь установлена граница. То есть, смотрите, мы не можем войти чужой дом. И иногда так бывает, сестры, когда я на предыдущих эфирах, да, вам говорила, что бывает так, что говорят, мы мусульмане, то есть мы имущество друг для друга наше халяль, да, то есть а зачем я буду спрашивать, можно к тебе прийти или нет? Я уже пришла, все, я зашла, я чай хочу попить. Да? Бывает так часто у нас, бывает так часто происходит, и это нарушение границ на самом деле. И когда идут заявления, что нет, ко мне просто так нельзя прийти, нужно спросить, дома ли я, готова ли я принять, можно ли ко мне прийти, то говорят, вот ты зазналась там, или вот еще что-то. Или, например, когда я всегда говорю, мне можно мне писать, ну, позвонить, я, конечно, сестры, такого как бы количества звонков, если я позволю, да, то это будет просто у меня телефон. Ни телефон, ни я не выдержу, да, это целыми днями нужно будет. Я всегда говорю, вы можете написать мне смс, если у вас есть какой-то вопрос, но
Не ждите, что я отвечу ежесекундно. У меня просто физически это не получится. Вас много, я одна. Это раз, у меня есть свои заботы, то есть по отношению к своей семье и по отношению к самой себе, к знаниям, да? Вот, поэтому я не могу. Я буду отвечать вам в свободное от этого всего времени. Но в течение суток вам ответ придет. Если у вас что-то срочное, прям вот вопрос жизни и смерти, или вам срочно-срочно нужно, да? Бывает так у сестер, там, касается поклонений, они не знают, и там, ну, бывает, пишут. То вы всегда в начале СМС пишите «срочно», чтобы я увидела, что у вас СМС, когда пришел, что у вас срочно, и я, ну, как бы открыла, да, где-то там подвинула что-то из своего, да, и вам в это время ответила. Вот. Плохо ли это? Нет, неплохо. И каждый из вас может тоже установить эти границы. И это не будет о высокомерии. Это будет о том, что Всевышний Аллах нам это позволил. И Всевышний Аллах, вот где говорит, не входите в чужие дома, пока вы не спросите разрешения и не поприветствуете их обитателей. То есть здесь установлена граница того, что не входите. Ля тадхулю, то есть не заходите, пока вы не спросите разрешения. И поэтому, когда, например, если вы скажете там, ну, надо сначала звонить там и спросить, дома ли я там, да? Вот. И смотрите, если вы пришли, вот разберем такую ситуацию. Если, например, я пришла кому-либо из вас, постучалась и сказала, можно ли войти, а вы сказали, нет, нельзя, как мы поступим? Давайте примеры напишите, как мы поступим, какие чувства у нас будут возникать, а потом я скажу вам, как мы должны. Угу. Нет, то, что мы должны, не пишите, как мы поступаем обычно. Давайте, вот мы же на этих наших прямых эфирах разговариваем на прямоту и поднимаем те насущные наши проблемы, которые мы должны искоренять, понимаете? Не так, как вот мы, вы знаете, вот мы можем, я могу вам из книги вот сейчас, ну там, открыть книгу, мы с вами почитали, как мы должны жить, и ушли. Нет, мы же этого не делаем. Мы с вами что делаем? Мы с вами решаем насущные проблемы, которые у нас есть. И мы это исправляем, исходя из Корана и Сунны посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Вот цель. Наша цель такая. Исправить. Украсить себя. Сегодня мы уйдем, украсив себя. Все мы всегда уходим из этого эфира, украшая себя. Да? Украшая себя чем? Знаниями. Так. Так, хорошо. Уйдем. Уйдем как? Обидимся. Правильно. Маша Аллах. Вот сестра написала, я успела прочитать. Я успела прочитать. Появляется обида. Разворачиваемся и уходим. Досада. Уйдем, подумаем, что у человека свои срочные дела и не обидимся. Не все так делают. Не все так делают. Но часто бывает так, что уже не спросив, бывает, заходит и говорит, ну ты же не обидишься, я к тебе зашла. Ничего страшного, что я к тебе зашла, да? Знаете вот эти слова? Ничего страшного, что я к тебе зашла, то есть это растаптывание чувств, чувств того человека, к которому ты зашел. Когда мы идем к человеку без предупреждения, значит, он уверен, что его должны принять, а тут раз и отказ. А мы не должны быть такими уверенными. Мы не должны быть такими уверенными. Вот вы знаете, например, если ко мне приходят, и у меня не спросили, ну, конечно же, смотрите, это не касается родителей, но у меня родителей уже нет. Пусть Всевышний Аллах помилует их обоих.
Вот, это там, если там придет к тебе близкий родственник, да, там, ты скажешь, там, я же не могу ему отказать, да? Но смотрите, часто сестры бывают, говорят там, когда на урок заходят, говорят, ой, устаза, извините, пожалуйста, я не смогла зайти на урок, потому что ко мне там пришли родственники, и мне пришлось обслуживать их, да? Да, у нас как бы на Кавказе принято, да, там мы гостеприимный народ, и у нас двери всегда открыты. Может, может так, что там к нам любой может в любое время там зайти, да? И мы привыкли, что вот, если любой зашел, то мы должны обязательно там его обслужить, чаем попоить. Есть категория людей, которым не сможешь отказать. Это родственники, да? Но заранее воспитать можно. Смотрите, например, был период, когда у меня было прямо, знаете, вот мне нужно было обязательно, очень строго у меня было с занятиями, да, и у меня не было времени даже вот, ну, уделять внимание вот кому-либо. Я своим домашним не уделяла внимания, но, альхамдулиллях, они у меня все понимающие и особо так, ну, понимали и не напрягали. Но я всем сказала, вот заранее сказала, даже родители мои были живы, но они жили в другой стране, и я им сказала, вы на меня не обижайтесь, пожалуйста, если я вам не буду так часто звонить, там, уделять время, у меня сейчас просто такой период, мне нужно закончить это, и у меня даже вот на сон у меня не было времени, мне нужно, как сказать, поднажать, да, вот так. И вот бывало, сестры приходили, там, мимо проходила, я зашла к тебе, я с порога провожала. И я не говорила, не обижайся на меня, а я говорила всегда, нужно предупреждать. Я всегда говорю, предупреждайте, сестры. Я никогда не прихожу никому, не предупредив или без приглашения. Потому что эти границы, которые установил Всевышний Аллах, Он дал мне право для установления этих границ. Понимаете? Вот. Не входите в чужие дома, пока не спросите разрешения. Если вы не спросили у меня разрешения, я имею право вам отказать. А вы не можете на меня обижаться. Вот если, например, я тоже пришла к кому-то без разрешения, там, мимо проходила, я к тебе зашла. И если мне сказали, ой, я сейчас не могу тебя принять, то есть до свидания, то я скажу, да, извиняюсь, до свидания, и ухожу. Ухожу, и в душе я не испытываю обиду и не говорю потом, что эта сестра высокомерная, она меня не принимает. То есть эти границы, которые установил Всевышний Аллах, что не входите в чужие дома, пока вы не спросите разрешения. Поэтому вот мы, например, начинать должны с себя, понимаете? Вот пока мы не начнем меняться со своей стороны, да, и мы будем приучать это к других, понимаете? Когда, например, вот, как мне шутят, говорят, ой, надрессировала ты всех. К тебе же надо записываться. Я говорю, да, ко мне надо записываться. Ну, то есть, как бы, это шуткой, конечно же, сестры так шутят, да. И первое время они не понимали, да, что вот у меня, например, ко мне, ну, если вот, например, вот сейчас у нас прямой эфир. Если кто-то придет, я даже дверь не открою. Потому что ну, если дома никого нету, если детей нету дома, то им дверь никто не откроет, потому что я закрываюсь, все. Когда я преподаю, когда я что-то, это я полностью погружаюсь в это преподавание. Я даже телефон не беру трубку, если только это кто-то несрочный. Если не пишут мне вопрос жизни и смерти, там,
И все. Потому что я всегда говорю, если я не взяла трубку, я или провожу урок, или я умерла. Вот. Поэтому первое время не было пониманий, да, это я вам как бы из своего личного примера говорю. А сейчас вот, альхамдулилля, сейчас вот в городе близкие сестры, да, которые есть, они мне пишут смс там. Вот там, хотела бы там увидеться там в такое-то время, можно к тебе прийти там, или ты свободна там в такой-то день, в такое-то время. Потому что я по отношению к ним, я такой была. Они были другой по отношению ко мне, они могли в любое время прийти ко мне, зайти, а я нет, я показывала другое. Я всегда писала, звонила и говорила, есть ли у тебя время, можно ли к тебе подойти в такое-то время? Или говорила, можно ли там в среду там, в 12:00 к тебе прийти? Или там, можно ли к тебе прийти в такое-то время? И со временем они уже поняли, что раз я спрашиваю, а почему они не могут так делать? И потом уже потихоньку начинаешь приучать и говорить, Всевышний Аллах это мне позволил. И Всевышний Аллах – это приказ Всевышнего Аллаха. Это та граница, которую он установил. Поэтому мы не должны это упускать. Мы должны сначала со своей точки зрения показывать. Потом люди будут к нам стремиться. И видя наше отношение к ним, они будут автоматически такое же отношение проявлять и к нам. Так. Если человек позволял приходить без спроса к кому-то, к которому пришли сейчас, тогда и сам должен быть готов принять гостей. Обычно такие люди, они сами могут прийти, кому хочешь, а у себя принимать не могут, да? Так бывает. Ой, у меня такая ситуация была вчера. Соседка без разрешения зашла, орала на детей, пока я помылась, говорит, какие вы мусульмане, еще проверяла детскую ванну. Говорит, зачем без спроса? Говорю, зачем без спроса? Же знает она, ты носишь хиджаб и так разговариваешь со мной? Говорю, при чем здесь мой хиджаб? Моя денег, кажется, раздражала ее, субханаллах. Ну, бывает такое, когда раздражаются, да, люди. Помните, мы с вами на одном из эфиров говорили, почему эти люди раздражаются? На самом деле, вот почему у неверующих, неверующие ненавидят верующих? Об этом мы с вами говорили. Сейчас не будем затрагивать эту тему. Может быть, вернемся к ней на одном из наших эфиров, иншааллаху тааля. Но смотрите, с соседкой нужно устанавливать эти границы. Вот четко показывать, что ко мне нельзя заходить. Закрывайте дверь, запирайте дверь. То есть вот эти границы вы должны установить и показать, да, что нельзя. На Кавказе сложно отказать. Вот я понимаю, что на Кавказе, потому что я сама выросла в Азии, если кто-то же, вы же уже все, наверное, знаете, мы не раз это говорим. Я вообще сама родом из Узбекистана, да, где двери вообще не закрываются. То есть я не помню в своем детстве, да, чтобы кто-то когда-нибудь спрашивал у нас разрешение для того, чтобы прийти к нам в гости. То есть двери у нас вообще не закрывались. Мы жили с бабушкой, с матерью моего отца, да, до определенного там возраста, пока бабушка не умерла. Потом мы уже жили сами. И я не помню, чтобы у нас закрывались двери, и чтобы кто-то спрашивал. Да? И я помню, что мы тоже могли идти в гости, да, могли пойти там к тете, к дяде, еще к кому-то, не спросив, просто пойти. Но я помню очень хорошие моменты такие, знаете, вот, которые вот после того, как пришли шариатские знания, я стала размышлять над этими моментами, да. И я помню, как вот, например, когда бабушка моя была жива, она вот, ну, ой, пойдем сходим к тому-то. И она вот брала чаще всего меня, как старшую, она забирала меня и говорила, пойдем, ну, чтобы и одной не идти, там, пойдем со мной там туда. И я помню, как мы приходили в дома, да, наших родственников, да, и они не были готовы нас
принять. И мне, честно говоря, мне было так стыдно, сестры. Мне было где-то 10, ну, 10-12, это уже такой осознанный возраст, когда ты уже помнишь, да? Хорошо помнишь. Такой-то возраст помнишь, и 7-летний там, и какой-то детский сад можешь там, в детском саду какие-то яркие моменты можешь помнить. Но суть в том, что мне было так стыдно, я думала, ну как вот мы заходим, а люди вот, ну, они не готовы принять, да? Вот, и они как-то начинают суетиться, начинают что-то это, начинают извиняться, что у них там то кушать не приготовлено, то сейчас приготовлю, подождите. Тут у меня бабушка говорит, да нет, я просто так зашла там чашку чая выпить, на 5 минут посидела и вышла. И для людей это стресс, да? Вот, поэтому я сама выросла в такое. Это не с книги. Я вам не читаю с книги, я взяла это аят из Корана. Вот, то есть это аят в Коране. Всевышний Аллах говорит, не входите в чужие дома, пока не спросите разрешения, не поприветствуете их обитателей. То есть все очень просто. Поэтому, конечно же, это стереотипы, это менталитет, это все сказывается, да? Но приучить к этому можно, понимаете? И постепенно, не так, что вот вы там дверь заперли, и все там, вы никого не пускаете, нет. Можно, когда гости к вам приходят, можно, можно потихоньку, да, об этом начать поднимать разговор. То есть поднимать эти темы. И поднимать это не с такой точки зрения, что мне неудобно вас принимать, да, а поднимать, что это благо друг для друга. Понимаете? Если поднимать эти темы, но поднимать не так, что вы там так, что вы там я тебя не должна вообще по исламу принимать. Вот если не развивать негатив в сторону ислама, дорогие сестры, вот на это мы должны обращать внимание и быть аккуратными, да? Так, какая сура аят, устаза, подскажите, пожалуйста. Сура Ан-Нур, 27 аят. Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуете мира их обитателей. Это лучше для вас, быть может, вы помяните назидание. Вот этот аят показывайте сестрам, если кто-то скажет, у вас нету довода, Всевышний Аллах, границ в исламе не существует, можете показать этот аят. Это... Сейчас мы еще одну границу с вами разберем, сейчас эту закончим и еще одну. Это второй довод, который я вам скажу, это про детей будет, иншаллах. Так, хорошо. И смотрите, нужно постепенно внедрять это, да? Вот как мы постепенно будем, если мы будем постепенно это внедрять, без негатива. Потому что вот, знаете, это ошибка, вот такое небольшое упущение. Поколение, наше поколение, поколение 90-х, 90-х годов, вот так. В 90-х годах уже, 97-й, 98-й, вот эти года, это вот как раз вот рассвет ислама, да, и вот мы молодежь, ну, я тогда была молодой, вот, как сказать, мы тогда, у нас было, да, вот это... Было наше небольшое такое вот небольшое такое упущение, что вот знания, которые к нам приходили, да, нам вот мы очень сильно хотели их сразу же внедрить в наше общество. Вы понимаете? Вот сразу же внедрить, чтобы все сразу начали соблюдать. И где-то даже как-то, вот знаете, вспоминаю, да, где-то как-то немного и с родителями мы вели себя неправильно. Понимаете, вот. В планах религии, да, то есть мы получали знания,
И мы хотели, чтобы вот человек там сразу же поменялся и это соблюл. Мы сами же такими же бы не были же, да? Например, кто-то из нас очень долго отвыкал от какой-то привычки, да, которая там неприемлема в исламе, да? Кто-то до сих пор не может и борется с этим, да? То есть у каждого из нас, я всегда говорю, у каждого из нас есть ошибки, упущения и грехи. Просто Всевышний Аллах милостив к нам, и он скрывает их. Но каждый из нас знает свои скелеты в шкафу, вот так. Да? Поэтому, дорогие сестры, не сразу же, постепенно внедрять это, да, в наше общество. Да? Например, когда к вам кто-то пришел, да, и там он говорит, ой, мне так неудобно, ты так суетишься, а вы можете потихоньку сказать, а ты знаешь, в Коране вот так-то так-то сказано. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вот так-то так-то делал. И не говори там, ой, ты не обижайся в следующий раз, да? А можете сказать, давай созвонимся в следующий раз, если ты хочешь ко мне прийти. Я подготовлюсь, иншаллах, я приготовлю там, вы, если знаете, да, того человека, который к вам пришел, там, приходит, да, там, родственник, знакомый, сосед, еще что-то. Можно сказать, да? Я приготовлю там твою любимую сладость или там твое любимое блюдо. То есть можно вот так вот этим моментами сглаживать, да, и постепенно внедрять вот эту границу, которую установил Всевышний Аллах. Понимаете? А если мы будем говорить, в исламе не положено приходить без разрешения, не приходи ко мне, все, мы поселим негатив. Итак, очень много негатива в нашу сторону. А мы что? Мы не желаем этого негатива, не должны желать этого негатива. Мы должны желать чего, дорогие сестры? Мы должны желать того, чтобы наше общество очистилось. Помните, как Муса, алейхиссалям, он пришел к фараону, и что он сказал? Не следует ли тебе очиститься? Он ему что предложил? Он ему предложил очиститься. Он не пришел и не сказал ему, ах, ты вот такой-сякой, такой-такой-такой-то, вот в нашей религии вот так, вот так, вот так. Нет, он не сказал ему. Фираон, который самый худший, да, который объявил себя Господом, и к нему приходит пророк, и говорит, не следует ли тебе очиститься? А мы что делаем? Мы поступаем неправильно. Мы вместо того, чтобы сказать, не следует ли нам очиститься, мы говорим, о, мы такие хорошие, а вы такие плохие. Вот по исламу нужно было вот так сделать. Поэтому, дорогие мои сестры, мы должны очищать наше общество. И с этим мы не бороться должны, да, а мы должны это внедрять. Вот так будет лучше. И начинать мы должны с себя. Показывать свой вот пример такой, что вот. А как мы сами это делаем? Звоним, спрашиваем, назначаем время. И это будет с вашей стороны правильным. Если в вашу сторону это делается, например, вы начали это делать, в вашу сторону это не делается, проявите терпение и потихоньку внедряйте это, объясняя, показывая. И вот показывая то, что если это будет соблюдаться, вот над каждым надо задумываться. Всевышний Аллах не зря эти границы установил. Потому что в этом есть большое благо для нас. И нужно размышлять, какое же это благо для нас, в чем же это благо для нас, как это будет сказываться на гармоничном пребывании, на успешном пребывании в этой дуне. И вот это показывать, рассказывать, объяснять. Так, устаза, не касаемо гостеприимства, я могу устанавливать границы, если на меня будут держать обиду. Не касаемо. А,
Так, я к тому, что нам надо поддерживать родственные связи. Но в силу того, что я работаю много, учусь в силу своей профессии, но параллельно я делаю кровопускание. Бывает, что неловко отказаться сделать кому-то из родственников хиджаму. При этом бывает, что сроки, например, экзамена или работы поджимают. Если я откажу в этом, на мне будет грех? После такого отказа со стороны родителей тоже бывает недопонимание. Ну, греха на вас не будет, да, потому что это ваша работа, исходя из своей жизненной ситуации, да, например, вы можете, да, посмотреть, но чтобы не было такого, чтобы к вам, вот, вы говорите, недопонимание, да, со стороны родителей, вы можете назначать им время. Посмотрите, назначить им время. А почему? Потому что, вот смотрите, вы можете объяснить им, что вы, например, если хотите записаться к какому-то врачу, вы что, идете туда без разрешения? Вас в любое время может принять врач? Нет. Вы записываетесь на прием, и врач принимает вас в это время, он уделяет вам внимание, да? Точно так же и я не могу. А если вы придете к врачу, без записи, зайдете к врачу, он что вам скажет? Подождите, я освобожусь, потом вас приму. Если я освобожусь, потом я вас приму. Иногда приходит, что тебе вот срочно надо. Прием у этого врача, да? И бывает там, или ты уже записался, бывает иногда сидишь, и приходят люди, которые тоже хотели бы попасть. И что говорит администратор? Администратор говорит, что если у врача будет время после приема, то он вас примет. Ждите. Этот человек сидит и что делает? И он терпеливо это ждет, правильно? Ждет же? Ждет. А почему меня вы не можете подождать? Потому что я родственник. Но если я ваш родственник, у меня есть... Я человек. У меня есть также свои те или иные заботы, которые я не могу ограничить. И поэтому вы можете так сказать. Просто не совсем отказывать. Совсем тоже отказывать с вашей стороны будет не очень хорошо. Я не говорю, что это греховно, это харама однозначно не будет, да? Но не очень хорошо, да? Назначайте время. Смотрите, выделяйте и назначайте время. И так будет лучше. И так они тоже приучатся. В следующий раз они будут звонить вам и говорить, ой, если я так поняла правильно, имя ваше Джанетта, ой, Джанетта, а можно к тебе записаться? Когда у тебя будет свободное время? Вот увидите, вот попробуйте, внедрите такое, а потом, иншаллах, скажете, получилось или нет. Я думаю, что бизнилях все получится. Если вы будете вот так, начнете со своей стороны такое внедрять, то, иншаллаху тааля, со временем они сами будут звонить и будут к вам проситься назначение, да, то есть не так, что там прими меня, когда мне надо, а так, что назначать время. А если человек не соблюдает религию, неважно, с Кавказа он или с другой стороны, они не будут же придерживаться этого аята. Но вы же этого аята придерживаетесь. Вы придерживаетесь этого аята. А вы знаете, что это есть в этикете? Я когда получала светское первое мое образование, все же знают, что у меня первое светское образование педагог-психолог, и у нас были уроки этикета. Естественно, это были не исламские уроки этикета, а это были уроки общепринятого международного этикета. Вот так я вам скажу, да? И по вот этому этикету, который они взяли из ислама, когда я уже закончила учебу, когда я начала требовать шариатские знания, я поняла, что все это они взяли из ислама, только перевернули там какие-то отдельные темы. Вот. И по международному этикету вы тоже не можете приходить к людям просто так. Вы должны назначить встречу. И в дом вы не можете входить без стука. Это все взято из нашей религии.
Это общепринятый этикет. И если человек не соблюдает этикета, да, его называют каким? Невоспитанным. Поэтому, если человек не соблюдает религию, если вообще он с другой страны, вы соблюдаете эти нормы этикета и приучаете его. Сначала с точки зрения общепринятого, а потом уже, иншаллах, и с точки зрения ислама, возможно, он заинтересуется этим, потому что вы будете говорить, что я соблюдаю это по приказу своего Господа, который установил эти границы. Родственники моего мужа вообще могут в спальню зайти, в шкафу копаться и в моих сумках. Да, такое зачастую бывает. Это тоже нарушение границ. Я четко и себя, да, как бы вот, ну, приучаю, и четко приучила к этому моих детей, да, что я помню с детства, моя мама еще, когда была, ну, к сожалению, да, не было знаний об исламе, но были такие общие принятые национальные какие-то устои, да, вот, но, альхамдулиллях, потом Всевышний Аллах всем нам открыл путь к нему, к религии. Вот. И я помню, что вот моя мама там, она строго-настрого нам говорила, если вы приходите в гости, там даже без разрешения мамы мы не могли подойти там к столу и что-то взять со стола, да? И вот мою маму всегда и папу, папа у нас был помягче, потому что у него было две единственные дочери, да? Вот. И папа всегда помягче был, а маму всегда обвиняли в строгости, да? Он говорит, ой, ты своих дочерей так строго воспитываешь, прямо они у тебя в сторону посмотреть не могут там без твоего ведома. А вот, ну, мама говорила, сейчас будут обижаться, вырастут, будут благодарить. И, альхамдулиллях, я благодарна своим родителям за это, хотя это не было из религии, да, то есть они не знали, что это из религии. Потом, когда уже я требовала шариатские знания, я им говорила там, благодарила и говорила, мам, оказывается, вот вы меня так, вы нас так приучали с сестренкой, а оказывается, это есть в нашей религии. То есть этому, ну, было подтверждение. И мама так удивлялась, говорила, ой, а я так сама, говорит, ну, Аллах так, наверное, внушал мне, я сама так хотела. Вот. И часто, вот я, например, своих детей к этому приучила, да, и вот когда к нам приходят, и когда нарушаются их границы, да, у меня очень болезненно на это реагируют дети. Что вот они говорят, как это же моя вещь, там, как это же нельзя, там, без спроса, я никогда не беру без спроса. Я всегда говорю, проявите терпение и объясните. Объясните это. Я рассказывала на прошлом нашем эфире, да, как у меня была знакомая сестра-мусульманка, которая приходила и нарушала мои границы, вот так же копаясь в моих вещах, копаясь в моих шкафах и задавая неудобные вопросы, да. А что ты вот это новое купила? А что ты вот это сделала? А что ты вот здесь переставила? А ты что вот это сделала? То есть такие вопросы, это неприемлемо, да, задавать такие вопросы друг другу. Вот, поэтому с родственниками надо устанавливать эти границы, пускай вы будете, пускай в вашу сторону начнется негатив, а он начнется, 100% начнется, но постепенно внедряя это, да, вы их приучите к этому. То есть ко всему можно привыкнуть, и они к этому тоже привыкнут. Бесконфликтно, не оскорбляя, не вываливая это в какой-то конфликт, просто аккуратно и мягко объяснять, да, что это неприлично копаться в чужих вещах. Даже спрашивать разрешение родители у детей, дети у родителей, дети тем более, а родители тоже, но показывая это пример.
Так, потому что родственник, а к ним можно и без записи, и вообще без должного уважения. Типа это свой можно и так. А, ну вот, вот это наше упущение, знаете, мы сами себе это дозволили. Поэтому, чтобы исправляться, нужно с себя начинать, да? Если мы начнем с себя, то, иншаллах, мы и будем и исправлять и то общество, которое вокруг нас. Помню, раньше мы смеялись над тем, что русские спрашивают разрешение, чтобы прийти в гости, даже не подозревая, что это из ислама. Да, 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 и стучались. Вот это тоже. Ну, вы знаете, я рассказывала об этом на прошлом уроке, что мне очень нравились эти уроки этикета, когда я получала светское образование. Ну и с детства нам тоже родители наказывали, да, что вот в комнату, если заходишь, стучишься, обязательно стучишься. Человек может переодеваться или что-то еще. Если дверь закрыта, у кого-либо она не была закрыта, нужно постучаться и спросить разрешения зайти. То есть мои родители тоже были далеко от знаний, от исламских знаний, но они вот общие принятые вот эти нормы этикета, они пытались внедрять в своих детей. Вот. И я как-то пришла, однажды я пришла в дом к своей подруге, и она попросила меня там отнести своему отцу там еду. А, вот. Ну, мы были как бы близкими подругами, то есть, и я когда пошла, я постучалась. И он был удивлен. И первый раз в жизни к нему стучаться в дверь. То есть он даже как-то ему стало неудобно, он даже как-то приставать начал со своего стула, да, что вот кто-то стучится к нему в дверь. И я открыла, говорю, вы позволите войти? Вот он, да-да-да, конечно, дочка, заходи, как, зачем спрашивать? Вот, вот это слово, зачем спрашивать? Нет, а если вы заняты? Я так поставила, говорю, приятного аппетита, и вышла, да? А, вот. И потом уже, когда я ушла, он своей дочери говорит, ну, вот я упустил эти моменты, я не приучил вас. И впоследствии я стала приучать вообще своих подруг. Если, например, вы пришли ко мне там в гости, да, если у меня там дверь закрыта, вот вы пришли, мои дети открыли вам, у меня дверь закрыта, вы не заходите ко мне просто так. Вы стучитесь, потом заходите. Это не потому, что я там им говорю, вот, вы стучитесь. Я объясняю это, что это с точки зрения этикета, в первую очередь с точки зрения ислама, это правильно. Я то же самое делаю. Я то же самое вы проделываете с детьми. Сейчас вот в следующий аят я хотела вам прочитать, это перетекает, да, в этот аят. Сейчас почитаю немножко. А будет запись эфира? Упустила начало. Да-да, будет запись. Всегда есть запись эфира. Так, поменяла звук и закрываю на ключ. К сожалению, они могли мою сумку открыть, зарядное устройство, еще так спокойно могли все искали и не нашли. Ну да, это есть в наших. Так, мы не все вместе живем. Гости приходят и могут вот так расхаживать. Мы тоже не вместе, но рядом. Открытое неуважение к человеку. Конечно, это открытое неуважение. Тут речь идет уже даже не о границах. Так, хорошо, это все. Копаемся в сумках. Вот, не могу. Мне кажется, будто это настолько грубо будет. Хотя понимаю, что именно это... Но вы не грубо, вы мягко. Да, 100% ваше право сказать так прямо. Не так прямо там. Не копайся в моих сумках. Это чужая сумка. Тебя что, не учили? Вот такие вещи не должны мы говорить. Это унижение того человека. А мы должны отнестись с пониманием. Потому что отнестись с пониманием к невежеству этого человека. Ведь Всевышний Аллах, кто установил эти границы, да? Вот посмотрите, сестры, вот сколько мы позволяем себе ошибок. Кто-то даже позволяет себе грехи. И Всевышний Аллах же ждет нашего покаяния.
Отнеситесь к невежеству этих людей с терпением и постарайтесь очистить их. Попробуйте сделать так, чтобы они очистились. Приложите по вашему. Прерывается. Сестры, меня слышно? Слышно. Если по вашей причине, дорогие сестры, тот или иной человек очистится от своего невежества, да, вот от этого незнания, по сути, они делают же это не специально, они делают это по незнанию. Я когда-то не знала, вы когда-то не знали. Кто-то сегодня вообще первый раз этот аят услышал. И вообще услышал первый раз, что в исламе есть границы. Понимаете? То есть нужно относиться к этому с пониманием, к этому невежеству. И когда вы просто когда вы начнете это работать, это внедрять, вам нужно проявить терпение. И вот, конечно же, из этого вытекает другое, из этого вытекает вседозволенность, как вы сказали, они чувствуют, показать свою вседозволенность. Вот когда нету, поэтому и в исламе есть границы, которые следует соблюдать, потому что если человек не соблюдает эти границы, да, он позволяет себе, у него появляется вседозволенность, а этого мы не можем допустить этого. И с этой мудростью и Всевышний Аллах установил эти границы, чтобы люди не делали в отношении друг друга, что им захочется. Тогда был бы хаос. Каждый бы делал бы, что захотел. И не было бы четко установленных границ, и люди бы делали, что хотели. И невозможно было бы призвать к порядку друг друга. Так. Посмотрим, а как регулировать с мужем этот вопрос, когда в их семье воспитывались, что мое, твое нету, братья и сестры могут без спроса брать вещи. И сейчас мнения расходятся, так как учу без спроса не брать ничего. Призовите с точки зрения религии. Не так, что в Коране написано, ты это должен делать. Нет. Вот знаете, как мудро поступал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, возьмем пример с него, когда он примерами, да, приводил примерами. Вот даже, смотрите, в хадисе 11 женщин, эти женщины же напрямую не сказали, мой муж жадный, мой муж там от него плохо пахнет или еще что-то, да, они приводили аналогию. И чтобы кто-то послушал, поразмышлял, да, и также не делал. Вот, поэтому мы тоже смотрим, и каждая из вас, я всегда говорю, каждый из вас знает своего ребенка, своего мужа знает лучше, чем кто-то из нас. Конечно, когда иногда, если приходят там на консультацию, да, и начинают рассказывать, да, то есть, чтобы решить эту как-то ситуацию, тогда я могу сказать, да, вот ваш муж там, то-то, 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 да, вот так можно ему сказать там, предполагая, да, что он как он отреагирует. Но вы же лучше знаете свои семьи, и поэтому вы смотрите, на кого как действует, понимаете? На каждого ребенка, например, может по-разному действовать. Кому-то, если строго скажешь, он сразу же понимает и сразу же до него доходит, и он сразу задумывается. А кому-то, если строго скажешь, у него наоборот, отторжение идет и агрессия. Поэтому нужно по-разному, каждому нужен индивидуальный подход, как и делал наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Он каждому сподвижнику подходил индивидуально, да, он, поэтому и многие хадисы до нас дошли, вот смотрите, лучший из вас тот, кто хорошо относится к своей семье, лучший из вас тот, кто вот так, и то есть по сути, да, все хадисы, да, они не то чтобы одинаковые, да,
А если мы будем собирать все хадисы, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, лучший из вас тот, кто там хорошо относится к своей семье, там, лучший из вас тот, кто обучает Корану и учит его сам и обучает его других, да? То есть, значит, он каждому сподвижнику, да, говорил то, что ему от чего нужно очиститься. И предполагаю, что если у человека соберется эти все качества, то это будет успешно для его жизни. Поэтому вы смотрите, да, и размышляете, как правильно доносить. 10 лет терпения ничему не привели. Да не просто терпение. Вот понимаете, между терпением и терпением в действии есть разница. Есть разница, когда человек просто ничего не делая, бездействуя. Вот это обычно происходит, иногда бывает, сестры, которые приходят, говорят, да вот он меня 10 лет избивал, а я терпела. Я говорю, а что ж вы сейчас хотите? Вы приучили этого человека, что вы будете терпеть, что бы он вам ни делал. А сейчас вы что хотите, чтобы он перестал так делать? Это очень тяжело. Очень тяжело. Это и опять-таки же теперь в этом нужно будет большое терпение. А есть второй вид терпения, другой. Когда человек пытается это исправить, делает причины, вот тогда проявляет терпение. Разные два терпения. Поэтому нужно начать что-то делать и тогда проявлять вот как бы это терпение. Я зашла, не знаю, какая тема. Теперь понимаю, что сам Всевышний Аллах направил, чтобы я тут была и исправила эти моменты в своей жизни. Альхамдулилля, маша Аллах, баракаллах фикум. Только когда жестоко обрубаешь, действует. Ну вот видите, вот каждому, я же говорю, каждому свой подход. У меня сын очень остро реагирует на жесткость, на неправильную критику. Он становится агрессивным. Мужчина? Нет. Нет. Не связывайте, когда он агрессивно реагирует с мужчиной. Нет. Есть, это разный психотип людей. Есть и женщины так могут реагировать агрессивно. Например, есть женщины, которым, если ты будешь говорить жестко, то они не смогут это воспринять. Вот у меня есть две сестры, да? Вот. У одной муж, он очень строгий человек. Ну, как строгий? Он не тиран, он полностью соблюдает все права, которые Всевышний Аллах установил. То есть он нет. Но он, по сути, сам человек строгости. И вот она говорит, а мне нравится эта строгость. Когда он там, например, позвонит мне и говорит, ну сколько можно сидеть? Давай быстро возвращайся домой. Другая сестра есть, да, которая говорит, да что он такой грубый? Ничего себе, если мне так скажут. А у нее муж звонит и говорит, дорогая, родная, не хотела бы ты прийти домой пораньше? И она говорит, вот, видишь, как у меня муж говорит? Она говорит, ну, без проблем. У меня есть, я знаю, что это его строгость не из агрессии. А эта строгость просто человек сам по себе, его психотип такой. Он говорит, ну, мне нравится эта строгость. Когда мне там позвонили и сказали, а ну-ка, давай-ка быстро домой. Если, говорит, он мне будет говорить, не хотела бы ты вернуться домой, я скажу, нет, не хотела бы, и буду сидеть дальше. Вот так. Поэтому каждого, вот поэтому Всевышний Аллах, вот все границы, я всегда говорю, решайте вопросы на берегу, да, помните, я всегда советую это, да, у всех, кто есть незамужний, у кого есть дочери, я всегда говорю, да, нужно все решать на берегу. И знакомиться с эмоциональным состоянием друг друга, да? Кому-то это нормально будет, если скажут. Кому-то это по-другому покажется. Поэтому так же и индивидуальный подход. Например, бывает, когда на консультацию приходят сестры, я вижу, что этой сестре нужно грубо сказать. Грубо и строго сказать.
что с ней вот только так можно. Когда я знаю, что я могу это сказать, да, я вот говорю, вот так, вот так, вот так сделаешь. Не сделаешь, будет вот так плохо. Хочешь этого? Если не хочешь, вот, вот так, вот так сделаешь, потом мне позвонишь и скажешь. Вот. Я знаю, что на нее это подействует. Что именно этого она и ждет, когда ей кто-то вот так вот раз поставит, кулачком побьет. Потом она звонит в следующий раз, говорит, я так сделала, и все получилось, все хорошо. Ну вот все, теперь вот так и делай дальше. А есть, которые сестры приходят, и их, с ними нужно мягко разговаривать, доносить, сказать, ну нет, вот так и так, вот так, так, так сделай, вот так будет хорошо. Они говорят, да-да-да, все. Попробую. Попробовала, тоже потом сказала, да, все хорошо. Вот понимаете, каждому человеку индивидуальный подход должен быть. Так, дальше. Теперь давайте вот с вами, у нас уже время, иншаллах, мало остается, да? Вот второе, да, из этого вытекает, какая еще? Вот есть еще один аят, где Всевышний Аллах говорит, а когда ваши дети достигнут половой зрелости, пусть они спрашивают разрешение, как спрашивают повзрослевшие до них. То есть, когда говорят, что у нас нету границ в том, чтобы касательно детей, да, вот до детей мы дошли, да? Ой, дети, это касается нас. Потому что в отношении нас мы у детей спрашиваем. А касательно вот детей мы нарушаем их границы. Говорит, ой, да что я тебя голым не видела? Я ж тебя родила. Нет. До определенного возраста, да, вы заботились, вы даже девочкам. И вот этот, знаете, сестры, есть половое воспитание, да? Эта тема очень важная. Эту тему мы тоже должны с вами коснуться, иншаллаху тааля. Вот. Поэтому, например, это касается ихнего полового воспитания детей. Это границы, которые установил Всевышний Аллах. Если вы родители, вот я сейчас время, субханаллах, пусть Аллах наших всех детей хранит, время насильников, педофилов и всех остальных, да? Чтобы ваши дети не позволили по отношению себя каких-то насильственных действий, каких-то жестов, то вы этому первая точка как бы отчета – это вы. Вы спрашиваете разрешение уже до того возраста, который вот они достигли уже, вы их приучаете. Есть такое правило трусиков называется, да? То есть никто не имеет права, даже я, мама, посмотреть, прикоснуться к твоим трусикам. Например, бывает так, что у моих детей что-то заболело, да? И обычно эти проблемы бывают чаще всего у мальчиков. И я говорю, болит, мне нужно посмотреть, говорю. Можно мне посмотреть? Если он говорит, нет, я не хочу, не надо смотреть, то я говорю, хорошо, когда, если понадобится моя помощь, придешь, хорошо? Да, хорошо. Сам справишься? Справлюсь. Если не справляется, приходит, говорит, я спрашиваю еще раз, можно мне посмотреть? Говорит, да, можно посмотреть. Если говорят, да, можно посмотреть, я там говорю, сам открой, посмотрю я, все в порядке, все, ничего, к врачу не надо идти, не надо, или там сам обработай, сам справишься, да, справлюсь, мне помощь не нужна. Нет, не справлюсь, помогите, только тогда вы помогаете. Если вы будете, не установите эти границы, то он потом любому или она любому будет позволять это делать в отношении него. Я даже как-то зашли к врачу, и врач говорит, а ну-ка сними. Там эти майку свою подними.
И мой сын такой стоит: а вы разрешение спросили у меня? Ну и типа, покажи, до трусиков раздевайся. Он говорит: нет, я не хочу до трусиков. И они потом вызывают меня, говорят: мама, он не дает нам. Мы должны посмотреть, он нам не дает. Я не говорю, что: а что ты, как мы поступим? А что ты, а ну-ка дай, а ну-ка открой. Вот. Нет, я так не говорю. Я говорю: ну вы ему объясните, для чего вы будете это делать. А потом он уже сам примет решение. Если он примет решение, что да, он нуждается в этом, чтобы вы посмотрели, его диагностировали, то тогда он вам откроет. Если он примет решение, что нет, то нет. Ну и там, как бы сказать, не то чтобы там я повлияю, просто я объясняю, говорю, что там сынок там или дочка вот с дочкой, ну, опыт, да, первый поход к гинекологу, да, то есть я говорю, это врач, он должен осмотреть, поэтому вот если он осмотрит там, посмотрит, все ли у тебя в порядке, то альхамдулиля, значит, мы идем там дальше, да, пойдем, не пойдем к другому врачу, а будем следовать рекомендациям, которые даст нам врач, например, когда у дочки пошли там первые месячные, да, вот. То есть предварительно я готовлю к этому, что, ну, если ты не хочешь, ты не позволишь, то тогда мы просто развернемся и не будет диагностики, мы уйдем. И то есть, если дочка там, да, сказала, можно, позволила, ее врач осмотрел. Если сказала, нет, я не хочу, все, вы не заставляете. Когда вы заставляете, вы подавляете эту личность. И вы стираете все вот эти нормы приличия, все вот эти границы вы стираете. И когда кто-то будет посягаться, не дай Аллах, на честь, да, вот не только касательно дочери, это касательно и мальчика, потому что не только к девочкам эти действия проводятся, но и к мальчикам тоже. То есть у них не будет вот этой грани, понимаете? Они будут думать, что я же не могу отказать, нельзя же отказывать. Я не могу же отказать. Вот часто сестры, которые дети подвергались вот насильственным действиям, когда с ними работаешь и когда выясняешь, да, что почему ты не закричала, почему ты не побежала, не попросила о помощи, почему ты вот этого не сделала, они говорят: ну нельзя же, мама же говорила, я же нежная. Вот все выходит от отца и от матери. Понимаете, все выходит от родителей. На нас лежит большая ответственность за это. Вот 60% случаев бывает от этого. Так, по каким признакам можно определить, каким методом, нежным или грубым, нужно доносить для человека информацию? По его состоянию. Если вы говорите ему там грубо, да, как он реагирует? Если он реагирует на это обидой, агрессией или чем-то еще, значит, на него это не действует. Попробуйте другим методом. Если другой метод будет действовать, то значит, этот человек путем практики мы живем отдельно от свекрови. Должны ли мы друг друга предупреждать о приходе? Да, можно спросить, позвонить там, как вы называете, мама или по имени. Ну, у всех разные, да, устои. Если вы говорите мама, то можете позвонить, сказать: мама, можно мы сегодня к вам придем там. Вот. Другое дело у матери, да, у нее как статус к сыну, да, звонить и спрашивать у сына, это для нее унизительно, понимаете? Это с его точки зрения, да? Вот. Но можно так вот, как сказать, договориться, да, там, мам, ну в следующий раз позвоните, мы подготовимся. Вот понимаете, схитрите. Не так, что вы у нас должны просить разрешения, чтобы прийти. А можно вот так вот схитрить, сказать: мам, давайте, может, в следующий раз вы позвоните, я вам там приготовлю вот это, то, что вы любите там. Или там я отменю какие-то, даже если у вас нету дел. Понимаете? Вот просто покажите, что она важный человек, да? Там я отменю там свои дела. Или там, а вдруг вы придете, а меня не будет дома. Вот так. То есть хитростью, понимаете? Хитростью доносить и вот это упорядочить. Устаз, случайно эта книга «Правила приличия в исламе» не называется? Нет, это не называется книга «Правила приличия в исламе». Это из моего мозга вышедшее, да? То есть это
Знаете, это те знания, которые я получала, светские, да? Вот. Я их, ну, все подкрепляю исламскими, да? То есть я сама ищу, в каких-то книгах читаю, в Коране читаю, все это сопоставляю, смотрю мнение ученых на этот счет, да? Потом уже вам это вещаю. Есть когда какие-то моменты, которые я там взяла из какой-то книги, но обычно это не бывает так, что я там с одной книги вам взяла и с нее считываю. Я сейчас вам не с книги считываю. Я сейчас с вами разговариваю. Кто меня знает, все знают, что я свои лекции, которые вот прихожу к вам и говорю, я всегда их выношу из мозга. Так я тренирую свой мозг. И, ну и, как бы сказать, вам от этого польза, иншаллах. Субханаллах, я вот сейчас понимаю, у детей же тоже есть границы. Конечно, у детей, у них свои границы, и родители должны с уважением к этому относиться. Это и пример для них. Конечно. Например, вы стучитесь в комнату ребенка, если комната ребенка занята. Оттуда он вам отвечает, да, вы говорите, можно войти. Например, когда карманы. Вот часто сестры бывают, которые обращаются, там дети лазят по карманам нашим, моего отцовского, и отец злится, и там злюсь я. Я спрашиваю ответный мой вопрос. А вы как делаете? Вы в отношении него как делаете? Вы можете в любое время взять и потрошить его карманы? Да, можем. Но вот вы сами показали, что это можно. Вы родитель. Вы показываете на своем примере, что это можно. Вот. Поэтому вы показываете на примере мужа и себя, да? Вот, то есть как бы доверие, например. Например, у меня дети знают пароль там от моего телефона, да? Но это не значит, что они в любое время могут подойти и открыть мой телефон и копаться в моем телефоне. Нет. Я то же самое. Ну, у детей, у старшей дочери только есть телефон. И остальные дети пока еще не дошли до такого возраста, что им необходимость есть в этом гаджете, да? Но, например, у моей старшей дочери есть телефон. Пароль я знаю. Я могу в любое время взять и открыть и почитать. Но я никогда этого не делаю. Если мне что-то нужно, но контроль всегда должен быть. Но я говорю, Ясира, мне нужен твой телефон. Зачем? Я говорю, мне нужно посмотреть. Можешь разблокировать? Ну, вы же знаете пароль. Я говорю, нет, сама разблокирую. Она разблокирует. То есть я беру этот телефон, и она знает, что я имею право контролировать. Но я личную переписку не читаю. Я просто контролирую, какие приложения были скачаны там, еще что-то. То есть вот это личное пространство я не нарушаю. До этого, пока вот это личное пространство появилось, нужно работать с ребенком. То есть нужно наладить доверительные отношения, что она может, например, там прийти и там поделиться, да, с вами, чтобы пришла и поделилась там те или иные там моменты с подругами. Вот. Но самим читать, докапываться до этого, это нарушение границ. Поэтому мои дети, например, они никогда не берут и не смотрят мой телефон, мои личные переписки. Если я сама это не сказала, я иногда бывает, говорю, там, открой, родная сестра у меня есть, она живет в другой стране. Я говорю, открой, напиши тете, вот там то-то, то-то напиши, ответь. Просто, ну, как бы набирать текст, да, там, ответь там, или открой там, включи голосовой, или открой, набери. То есть, если я так сказала, если я так сказала, вы приучаете к этому карманы, спрашиваете только. Я спрашиваю, есть ли что-то в карманах, я хочу постирать. Забери из карманов твои вещи. То есть я могу сама их забрать. Выложить и сказать, а у тебя в кармане вот это было. Нет. Потом, поэтому никто из них не лазит.
в моих карманах. То есть это взаимное. Вы показываете, как можно, потому что вы взрослый. Кого они будут брать? Это поведение, понимаете? Вот когда, например, одна сестра пришла с жалобой, да, что ее сын избивает ее дочь. Ну, то есть брат и сестра друг друга избивают. Ну, брат, в частности, сильно избивает сестру. Я спрашиваю, какие отношения между родителями? Папа, муж пьет? Или вы при детях ссоритесь? И она говорит, да, муж периодически поднимает руку и ну, делает это жестко, с, как бы, с синяками и всем остальным. И да, бывает, что мы ссоримся, и ну, как бы мы же не зайдем, не запремся в, это, в комнате, да, и там дети это все слышат. Ну, а что вы хотели? Это модель поведения. Вот он видит, что такая модель поведения для мужчины нормальна. Как, знаете, шейх Ибн Усеймин в одной из своих лекций, ну, это он обращается к братьям, но это мы тоже должны взять на заметку. Вот он говорит братьям, обязательно, братья, чтобы ваши дети видели, как вы любите свою жену. Вот обнимайте свою жену. Не надо показывать там, что вот там, что там другое, да, да, что-то другое там. Вы приходите домой, приветствуете, приветствуетесь, обнимаете, можете поцеловать там в лоб, не обязательно там какие-то другие сцены, да, показывать, ласки, да. То есть вы показываете любовь, обращение показываете. Ваши дети будут видеть это, и они будут копировать вашу модель поведения. Они будут не только к своим, там, к своей жене там, или к своему мужу. Там, это. Они будут и с другими. Это манера общения, манера поведения, которую вы вещаете своим детям. Потому что дети, они потом вам говорят, ну вы что ж так делаете? Когда они уже достигнут определенного возраста, они вам будут говорить, ну вы что ж так делаете? Мам, вы тоже так делаете? Мне иногда дети, когда я, ну, что-то мне не нравится, да, а я это сама делаю. И они говорят, мам, ну вы же тоже так делаете? Вот и мы так делаем. Потом я думаю, а я им потом, ну, начинаю говорить, нет, мне тоже надо исправляться, давайте вместе исправляться. То есть, понимаете, дети копируют ваши. Так, а со скольки лет действует это правило трусиков? С 7 лет действует это правило. Ну, с 7 лет, как бы, вы уже по исламу, да, смотрите, мы же отделяем ложе с 7 лет, да, как бы уже мальчиков от девочек отделяем. И если так посмотреть, с медицинской точки зрения, учеными доказано, что детский мозг, ну, человеческий мозг, да, он с 7-летнего возраста, он начинает различать. То есть гендерное вот это воспитание, оно начинается с 7-летнего возраста, да. Но к этому возрасту вы уже с этого возраста уже четко-четко уже есть разделение, да? Но к этому возрасту вы должны уже готовить, да? А готовить к этому нужно со скольки лет? С рождения. Когда к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, пришла одна женщина и сказала, ну, как бы дай мне наставление, как мне воспитать своего ребенка, он что сказал? Ты опоздала. Она сказала, как это я опоздала? Ему только 6 месяцев. И он сказал, ты опоздала на 6 месяцев. Поэтому с рождения, с малого возраста, у каждого возраста, определенного возраста, есть свое воспитание, да? То есть, как бы, вот вы до определенного возраста, примерно до 3 лет, как бы, да, мальчиков, девочек, да, мы их обслуживаем примерно до 3 лет. Уже, сестры, если это выше 3 лет, да, то что, то есть как бы, это если у ребенка есть какие-то патологии
в его организме, да, что он не может сам себя обслуживать. К этому возрасту нужно вот начинать приучать, то есть учить. А зачастую бывает, что сестры говорят: он не умеет. А вы научили? Вы не учили. Вы не учили там самому вытираться, там, подмываться, одеваться. Понимаете? Вот если вы уже, вот если ваш ребенок уже сам одевается, вот учите его одеваться отдельно. У меня как-то такой был такой момент, да, что вот, ну как бы, все же знают, да, что мой супруг, он в тюрьме, да, и дети посещают его, ну, я и дети, мы посещаем его, ну, бывает там в год два раза, бывает в год один раз. И дочка растет. И один раз, когда на очередном свидании, муж мне говорит: дочка мне сказала: папа, выйдите, я переодеваюсь. И он мне говорит: дочка выросла. То есть как бы я, ну, там, сам не понял, как она выросла. И я так рад, что она говорит мне: выйдите, я переодеваюсь. И это, ну, шутит, говорит, ну, надрессировалась, психолог, как бы, ну, так, шуткой, конечно же. Конечно, говорю, на нашем примере я ее научила, любого, и не только дочку, но и сыновей тоже научила, что мама, выйдите, я переодеваюсь там, или я захожу, я переодеваюсь, дверь закрыта, я переодеваюсь. То есть никто не имеет права смотреть, как я переодеваюсь. Это хая, это стыдливость. А стыдливость должна быть не только у девочек, но и у мальчиков тоже. Мы, сестры, с вами возьмем эту тему, отдельно возьмем эту тему, половое воспитание детей, да, и вот эта стыдливость, чтобы было, да, почему она у нас утратилась в нашем обществе, утрачивается, и сейчас распространяется все это, вся эта ересь, и она действует на наших детей. Вот. Поэтому границы в отношениях у людей есть везде. Мы сегодня взяли с вами, у нас будет продолжение этой темы на следующий понедельник, потому что мы с вами разберем эмоционально, да, очень жду эфир по воспитанию. Будет, иншаллах, эфир про воспитание. На следующий понедельник мы с вами продолжим тему границы. Есть важные моменты в общении, да? То есть как бы как поддерживать границы в общении. То есть на это тоже есть далиль из Корана. Разберем с вами один аят из Корана, где Всевышний Аллах об этом говорит. Иншаллаху тагаля. Сегодня уже с вами закончим, дорогие сестры. Наш эфир подошел к концу. Инша Аллаху Тааля. Встретимся с вами в следующий понедельник в 12:00, также на нашем канале. Инша Аллах. Субханаки Аллахума бихамдики ашхаду алля иляха илля ант астахфируке ва атубу илейх. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракятух, дорогие сестры.